12 часов ночи. В Киеве воздушная тревога. Уже наступило 28 марта. И есть, к сожалению, попадание по Киеву. По предварительным данным, скорее всего, шахеды. На улице слышны звуки сирен, так как в соседнем районе где-то и получились эти попадания. Я знаю, что меня смотрят люди с разных стран, и надеюсь, что даже в той стране, от которой и все летит, есть такие же самые адекватные люди и мирные, как я, и которые не понимают, почему так все происходит. И вообще, в общем, что мир сошел с ума. Я думаю, что вы согласитесь. Наступило время очень сложное в данное. И самое главное, чтобы это все побыстрее закончилось. Я желаю всем вам, люди, мира, добра, любви и терпения. Если же мы будем думать про хорошее и максимально делать друг другу какие-то хорошие поступки, то это все закончится. Не только военным путем можно все поменять или все решить. Так как многие люди в правительстве говорят, я считаю, что это не так. Пишите комментарии, как вы думаете по этому поводу. Всем я очень рад. Еще раз повторюсь, я с города Киева, столица Украины. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр. Кому интересно, подписываемся на канал. Всем пока, до новых встреч.